В среду, 15 февраля, в спортивном зале Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма состоялась игра женской команды КФУ против КНИТУ КАИ в рамках чемпионата АСБ. В этот день молодая сборная КНИТУ КАИ пыталась дать отпор баскетболисткам Федерального университета. В ожесточенной игре победу одержала команда КФУ. Стоит отметить, что чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола «Дивизион Казань» стартовал 8 февраля. Следующая игра пройдет 18 февраля в спортивном зале «Уникс». Женская сборная КФУ сыграет с КГУ. Диана Шилова, Универ Ньюс.